ставим А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, H. Здесь, как видите, всего 8 вершинок. Да? Теперь пишем систему. А, Б, С, Ж должна быть единица. Дальше, для вершины Б. А, Б, Д, H это единица. Для вершины С. А, С, Д, Е это единица. Для вершины Е. С, Е, Ф, Ж единица. Так, для вершины Е. Для вершины Ф. Д, Е, что там дальше? Ф, H. Для вершины Ж. А, Е, Ж, H это единица. При образовании, которое вы пользуетесь только над стоками? Ну, конечно. И последнее преобразование сейчас будет для вершины А. Для вершины H. Это будет Б, Ф, Ж, H. Ребят, вот она. Система из 8 уравнений. Пожалуйста, проверьте. Поскольку куб симметричная фигура, здесь во всех уравнениях форма неизвестна, но не в этом дело. Просто какая-то система из 8 уравнений с 8 неизвестными. Сейчас я ее буду решать чуть-чуть по-другому, чем я вот рассуждал только что. Когда я там, я выражал неизвестное, и писал это в виде отдельной строки, что там А равно тому. А сейчас я так не буду делать. Господа, объясняю. Я же на самом деле могу, вот сейчас Коля подсказал, делать преобразование над строками. Что это означает? Расчерчу на 8 столбцов и распишу систему следующим образом. Здесь у меня будет буквочка А. А еще по горизонтали надо ее чертить на отдельно. Конечно, это я стараюсь. А, Б, С, Д, Е, Ф. А здесь будет Ж. И здесь будет единица. Ребят, на самом деле надо привыкнуть к такого типа записи, потому что, как ни странно, они кажутся на первом этапе изучения странными, потому что я что-то, у меня большинство коэффициентов нули, а я тут буду расписывать. А на самом деле это удобно. Это удобный способ. И давайте я попытаюсь вот сейчас все объяснить. Итак, здесь вот будет А, здесь будет Б, дальше Д, дальше H, и здесь единица. Не знаю, идею все понимают или нет? Я уже написал два уровня. Теперь следующее, третье. А, С, Д, Е. Здесь единица. А, С, Д, Е. Следующее уравнение. Б, С, Д. Б, С, Д. Когда вы станете чуть старше, а вы поймете, что даже буквы написать не можно. Потому что если первый столбец, зачем писать везде А? На самом деле я мог единички везде написать. И здесь при Б. На самом деле у меня по сути матрица, в которой в некоторых местах написано единички, а в некоторых местах ничего не написано, подразумевается, что нуль. Вот сейчас я должен эту матрицу упростить. То есть постепенно я ее должен преобразовать. А это очень легко. Смотрите, беру верхнюю строчку. Прибавляю. И ее прибавляю, ну, например, вот к этому. Итак, мы берем верхнюю строчку и прибавляем ее к предпоследней. Но при этом, когда вы прибавляете, надо учитывать, что
нас интересует только четкость. То есть А плюс А это 0. Соответственно, там, где было А, вообще ничего. Все. Дальше здесь появляется Б, здесь С, здесь вот G исчезает, потому что оно было. И единичка превращается в 0, потому что там было единичка. Все. Я букву А убрал из этой позиции. Разумеется, ровно то же самое я могу сделать еще и еще. Давайте, для единообразия я буду все время верхнюю строку вычитать. Ну или прибавлять к одной другому. Итак, из третьей строки я верну А, здесь пишу Б, С исчезла, Ж возникла, и вместо единицы возникла. Отлично. Теперь верхнюю строчку и вторую. Вычитаю вторую. А исчезла, Б исчезла, С появилась, Ж появилась, единица появилась на. Ребята, вот что я сделал? Я добился, что здесь нет больше буквы А. Ну, то есть на самом деле коэффициенты равны нулю. Отлично. Теперь я ровно то же самое сделаю с буквой Б. Заметьте, это на самом деле быстро. Работа с этой таблицей, она очень простая. Беру, только внимание, я сейчас не имею права брать вот эту B. Потому что если я ее сейчас сделаю, то у меня возникнет здесь опять А, ничего не получится. Я должен взять одну из вот этих букв B. Ну, давайте для определенности вот эту. И эту строчку, и вычесть из этой и из этой. Поехали. Итак, у меня есть строка B, D, E, G. Отлично. B убираю, D убираю, E здесь возникла, G возникла. Отлично. Теперь здесь B убираю, D возникает, E убираю, G возникает. Отлично. И теперь последнее. B убираю, D возникает, E возникает, G исчезает и исчезает. Отлично. Ребята, вот смотрите, вот эта буква выражается как B плюс C плюс G плюс G. Это D плюс E плюс G. Замечательно. Теперь надо разобраться с буквой C. Легко. Легко. У меня есть вот эта строка C, D, G, H. Я ее беру и отовсюду, вот из этих трех строчек, значит, вычитаю. С убираю, D возникает. Так, D возникает. Дальше G исчезает, H возникает. Отлично. Теперь ту же самую строчку вот из этой. С исчезла, D возникла. G исчезла, H возникла. Отлично. Теперь ту же самую строчку отсюда. С исчезла, D исчезла. G исчезла, H исчезла. Замечательно. Заметьте, пожалуйста, целиком строка исчезла. Целиком строка исчезла. А здесь интересно. Здесь, между прочим, D, E, F, H, D, E, F, H, D, E, F, H, D, E, F, H. Ребята, это все одно и то же уравнение, написанное несколько раз. Поэтому я его могу зачеркнуть, когда оно лишний раз написано. И сказать, что у меня 4 свободные неизвестные. Так, неизвестные А, Б, С и Д – это неизвестные, которые я выражаю через Е, Ф, Ж и H. Е, F, G, H. Это свободное неизвестное. Кстати, не обязательно они как должны по алфавиту идти, как не всегда бывает. Но важно, что система уравнений имеет 16 решений. То есть вы мне с легкостью сначала указали одну раскраску, потом вторую, оказывается, это не случайно. Оказывается, всего у куба
2 в 8 степени, потому что 8 вершин. 256 раскрас по 8 степени. Из них 16 удовлетворяют условию нашей задачи. Но давайте все-таки поймем, что же это такое. D это E плюс F плюс H плюс 1. E, F, H и 1. Где А я напишу E, G, H и 1. Поехали. E, G, H и единица. Там, где B, F, G, H и единица. F, G, H и единица. Отлично. Там, где C, E, F, G и единица. E, F, G и единица. Любую вершину. Ну, например, вот эту. И посмотреть H, F, G, F, G, H, единица. Сумма единиц. Смотрим сюда, 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 сюда. G, H, E, E, G, H, плюс единица. Отлично. Смотрим сюда, сюда, сюда. Нет, сюда. F, G, E, E, F, G, единица. Слушайте, во всех вершинах получается. Вот сюда смотрим. Здесь будет E, D, в смысле вот это, да? То есть будет F плюс H плюс 1. F плюс H плюс 1, E, F, G, 1, E, G, H, 1. Смотрите, 1, 1, 1 даст как раз 1, и остальные нам будут уничтожаться. В общем, ребята, все получилось. Оказывается, действительно, 16 раскрасов.